Спасибо вам огромное за терпение. Надеюсь, что за это время вы пообщались, покушали. Ну да, с другой стороны, да, все уже вам. Сообщили друг другу важные, да, новости. Поэтому наше выступление не будет для вас неожиданностью.
в клубе сменились кружки. У нас почему-то нам обычно выдавали такие кружки, чай, но наливали его в высокие пивные стаканы. И мы с Борей неотвратимо в какой-то момент, делая движение либо назад, либо в сторону, опрокидывали, весь пол у нас был залит сладким чаем с мятой. На каждом концерте. И не только здесь. Сегодня нам выдали вот такие кружки. В следующий раз можно их уже прям гвоздями прибивать. Бельгия, давай Бельгию сюда. Бе-б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 е
Мне вот интересно. Бельгия, 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 Бельгия.
сегодня. Ну что ж, в любом случае, Бельгии привет. А мы тогда про Испанию сейчас соседим. Испанские курорты Бельгии. Это на испанском курорте. Такой оторванного вида парень тот день. Сидит и пьет чай. Yeah.
Такое тоже бывает иногда у нас. А теперь романс. Стихи народные. Шутка. Стихи Михаила Крылова, моего друга из знатного города Рязани. Я невесомый жребий бросил в небо.
невесомый жеребий. Он бросил в небо от хрупкого доверия ключи. От хрупкого доверия в ключи. Спасибо. Вам хорошо? Это вопрос не праздный, это серьезный вопрос. Вам хорошо? Нет, правда, правда. Это серьезно. Все. Все. Тогда нам вообще все трава. Я тут в Америке. Ну что, прямая бочечка, родная. Давай, Санек, поддержи меня. Я как будто метроном сначала. Oh,
Борис Голик. Ну, здесь Афьян начал влиять, но члены у меня себя были продолжают, чем еще болеть. Внимание, смертельный номер. Дмитрий Толпедов. Трамбон.
И еще. Кода. Мы можем еще быстрее. Давай. Давай попробуем. Друзья, недавно мы здесь, на этой сцене, благодаря нашей замечательной Алисе Шмидете, не побоюсь этого слова, Алисочка, вот выступали мы здесь, перед детишками. Очаровательные такие детишки. Кстати, у нас сегодня тоже присутствуют юные зрители. А я путаю всегда все мероприятия. Поэтому не важно. Там были тоже детишки, кстати, которые проект «Дайс» танцевали. А потом был еще день металлурга, день черепахи и день расчесок. Но мы выступали потом в другой еще день. День детей. Международный, между прочим. 1 июня. Да. Совершенно верно. Итак, мы... Что ты сказал, Дима? Что ты сказал? День расчесок. В общем, мы выучили несколько песен благодаря Сашке Родовскому. Он нам показал аккорды. Потом показал, как их нажимать. Как нажимать и как петь. Мы выучили эти песни. Поэтому у нас для вас сюрприз. Yeah.
Такие вот у нас эксперименты. И последний. Не, не думаю, я не уверен. Последний. И последний из магиканинов достается светлому. Светлому. Нефильтрованному. Совершенно верно. Скрытая реклама. Вообще это круто. Будущее светлому нефильтрованному. Это да. Красота. Do.
Все вместе. Дамы и господа, сегодняшние наши аттракционы предоставляют вам возможность бесплатно. Эй, где вы? Билеты на аттракцион «Вихри врожденные веют над нами». Дуй куда хочешь. Что хочешь? Что немаловажно, в этих аттракционах участвуют дети и мамы, а также благородные донны и старые баны, шваны, краны, боны, шваны, туаси. Секрет.
Подожди, мне интересно, что из этого получится. К ней сегодня не пришел ее жених. Прошла бабка с ведром. Чья собака спит, а чья не спит. А эта собака спит. Она сверху морская, шкапельские, чепатыские, типоляцкие, бароньки. Это собачьи мысли. И она подумала, а кирка с колечком от еписки, и кирка чуть утворюсь. И сунула свой нос. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven. Thank you.
Залаял ты клево, кстати. Залаял ты клево. Залаял ты хорошо, не смогу варить. Предлагаю взять на вооружение. Так. Ну что, спасибо вам большое. За то, что вы сами не знаете. За то, что я. Как это? За то, что вы сами не знаете. За мой покой, за мой покой. В общем, вот спасибо вам за все, за это, за эти качества. Пип.
Я каждый жест, каждый взгляд, хоть уж жест берегу, готово сердце мое. Звучит звенями, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Спасибо, братцы, я все-таки скажу. Не держите меня, не засовывайте мне кляп в рот, я скажу. Давай, как есть, Колян. Мы играем не под фонограмму. Все, что вы слышите, что все, что вы, не знаю, может быть, для вас это привычно, но для меня иногда бывает непривычно, что Барян делает с этими штуками. Какой музыкальный, как он музыкально может заполнить собой практически все. Вот мне бы хотелось, чтобы Боря вам немножечко, прям кусочек маленький показал, совершенно в свободном полете, что хочешь. Вот было бы интересно. Нам, вы знаете, дядя Боря, скажите, пожалуйста. Походите, походите, конечно. Вот у меня вопрос к вам, я пианист 6-го Б-класса. Так. Как у тебя дела, кстати? У меня вообще дела плохо сейчас. Ничего страшного. У давай, меня спрашивай. Обнаружили кариес. Так. Вот. И этот кариес не дает мне покоя уже 6-й год. Так, ты пока ножку убери, пожалуйста. Хорошо. Ага. А мне вот хочется спросить, а как вы все вот это тык-тык-тык-тык-тык? А вот смотри, я сейчас тебе покажу, как тебя зовут. Василий. Вася, иди посмотри поближе. Это надо смотреть близко. Смотри, видишь коробочка, видишь, какая красная. Вот теперь берешь свою ножку правую, нажимаешь вот сюда, вот когда я, знаешь, я тебе скажу, и вот сюда вот нажми. Раз, два, вот сюда, вот куда сюда, назад? Вот на эту штучку. Раз, два, три, нажимай. Прямо сейчас? Прямо нажимай. Ага. Вот как, прям ногу, да? Прямо ногой. Прям, вот, давай, три, четыре, ой, боюсь я. Раз, да два, давай на шесть. Раз, два, три, четыре. Шесть! Теперь обратно нажми, пожалуйста, еще раз ее. Да, давай, нажимай. Теперь обратно нажми, пожалуйста. Дядя Боря, ты в коробочке сидишь. Да, именно так эта коробочка и работает. Ой, подожди, я не своим голосом что-то заговорил. Да, именно так эта коробочка и работает. Ну хорошо, а вот, допустим, я в детстве любил ансамбль Бонье. Так.
А можно мне хотя бы вступление вот из этого тум-тум-тум-тугу-тугу-тугу-тугу-тугу-тум-тум-тугу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 -т
Сейчас. Давайте, Боря, я счастлив буду до конца дней жизни своего пребывания здесь, на этой земле. Боже мой. Давайте сыграем плюс. Специальный плюс. Серега, ты где?
Чикаго. Потому что Бог. Ведь все мы в Чикаго.
Thank you.
остановите нас, пожалуйста. Спасибо. Танцы ничем не пытались, не надо, знаете. А теперь Александр Родовский расскажет вам свою интерпретацию только что увиденного. Николай Масальский.
конечно же, Александр Радовский. Спасибо вам, друзья, что пришли. Спасибо, у нас такое первый раз. Неожиданно. Спасибо большое. Обычно мы просто не уходим. Ну что ж, еще раз огромное спасибо, что несмотря на лето. Пожалуйста, Калина. На июнь, на жару. Да, это очень важно. Говорить спасибо. Вот, мы решили, что давайте еще одну песенку. Красивую песенку. Красиво, безобразных больше не будем сегодня петь. Нет. Только медляк. Слабо ее все вот так вот спеть. Нет, скорее даже больше к зрителям вопрос. Слабо ли вам это все выслушать до конца? Вот это... Вот, мне интереснее, ты кто первый сдастся? Кто первый... Кто вывезет? Давай так, давай мы не всю песню, а первую половину куплета скажем. Ну что ты мне подсказываешь, что я сам не выдержу? А, тебе что-то, а мне вот уже конкретно кто подсказывает. Да. Ты понял, почему они так долго встречаются, да? Радовский не может говорить. Слова забыл, что я сказал. Кстати, всегда точно. Нам 5 рублей. Поехали. Ну что, делаем это? Не делаем. Ну ладно, как? Я не слышал. Только раз слышишь. Ты представляешь здесь себе такой голос? Я тоже. Something there.
наш звездолет приземлился. Спасибо, всего доброго. Хорошего лета вам. Чтобы вас никто не болел, ни родные, ни близкие. Берегите друг друга. Всего доброго. Спасибо.